каждый год у нее доходы были примерно $1 млн, и это примерно вот в этом шоу-бизнесе белую точно ходит не меньше. Да? И я думаю, что вот вчера адвокат Ксении Собчак, Генри Маркович Резник, самый, наверное, уважаемый наш адвокат, он сказал, что они будут подавать иск против «Известия», он защищает. Я с ним говорила, на самом деле. Он не видит вообще никаких проблем. Здесь он считает, что Собчак абсолютно чистое дело. А где она считает нужным хранить свои деньги, это точно ее дело. Ну, ее дело Ксения Собчак. Смотрите. Конечно, это, как вам сказать, всегда вызывает вопросы и подозрения, когда речь идет о такой сумме, как там 1,5 млн евро, да, и вообще, когда идет речь о миллионах. Но если Собчак с них заплатил налоги, и она полагает, что в российских банках держать деньги опасно, а мы, те, кто пережил кризис 98 года, и мы помним, как рухнули сбережения людей, и мы помним, как из того же СБС «Агро» отдавали деньги, значит, с откатом в 20, потом в 30, потом в 50.